Номер третий за 13-й год от издателя. Так продолжается оздоровление лечения Стива Джобса. То есть я люблю разбирать вот жизненные примеры как успеха, так и неудачи, почему она произошла. То есть, читая жизнеописание другого человека, начинаешь понимать, где он допустил свои ошибки. Ну, вот это вот я и описываю. В данном случае, например, Стива Джобса. Так, что тут у нас имеется? Ну, тут я вот рассказываю. И про паразитов. Одна из теорий возникновения онкологии – это наличие в организме паразитов, которые вызывают разрастание опухолей. Луна рекомендует. Талая вода. Как ее делать? Несколько методов изготовления талой воды. Я как раз вот здесь говорю, что талая вода, чтобы многие из вас понимали. Одно дело, заморозили воду в холодильнике. Другое дело, вы, значит, ее ставите при комнатной температуре. Лед у вас начинает таять. Образуется талая вода. Вот она как раз талая вода. И вы ее пьете в течение дня. Как только лед у вас растаял, и буквально таки проходит минут 15-20, талая вода превращается в обычную воду, теряет свои целебные свойства. А целебные свойства каковы талой воды? В первую очередь она хорошо растворяет. Она растворяет различные сгустки, которые имеются у нас в кровяном русле. Она растворяет различные там камушки, дробит их в желчном пузыре, в мочевом там пузыре. Она, значит, хорошо промывает вообще весь организм на уровне лимфатической системы. Доходит до кожи, делает кожу более такую приятной, более здоровой. Потому что слабо идет у нас, так как в основном питание у нас перенасыщено сладкой пищей, крахмалистой пищей, то представьте себе, лимфа у нас насыщена вот этими вот веществами, она слабо движется. Поэтому надо с помощью вот такой вот талой воды, свежевыжатых соков делать наши жидкости более текучими. Наружное применение и много-много другие. Вот идут дальше ответы разъяснения для читателей. Помогает ли талая вода при ожирении и долгих 20 лет болях в спине? Ну, я вот даю ответ. При ожирении она выводит лишнюю воду из организма, улучшает обмен веществ и даже подсушивает организм. Поэтому ее нужно использовать для лечения ожирения. А вот боли в суставах могут быть следствием отложения солей. Талая вода их хорошо рассасывает и тем самым снимает боль. Улучшается подвижность в суставах. И тем самым человек лучше себя чувствует. То есть талая вода действительно делает хорошие вещи. И раньше за источниками воды, следили и селились там, где вода была наиболее благоприятной. Вот почему в горах селится, там талая вода идет. Почему там долгожители опять-таки? В Якутии, говорят, долгожителей много. Почему? Да потому что там опять-таки все во льдах, талой воды огромное количество. Ну вот в средней полосе здесь уже вода не талая, вода текучая, стоячая.
загрязненное там болото и так далее, которые такая вода не способствует продолжительности жизни. Вот как раз март и наступает время, когда деревья просыпаются, начинается сокодвижение. Начинается сокодвижение. Это одно из наиболее благоприятных времен года, чтобы подпитываться от деревьев. Существует такая методика, с помощью которой вы можете восполнять свою энергию от деревьев. И как раз вот написано, энергетика каких деревьев, какая она бывает, чем она обладает и как ее использовать. Активность березы, дуба, клена, ясеня, ива, тополя, ольха. Такая интересная статья. Я иногда использую подобную подпитку. Школа здорового образа жизни. Идет рассказ о суточных биоритмах, вообще о биоритмах. А почему так важны биоритмы? Да потому что по сравнению с космосом, с Солнечной системы, мы просто-напросто какие-то атомы такие, даже песчинками нельзя назвать, на которые воздействуют огромные космические силы, идущие от наших планет. Так вот, они то дают эту энергию, то, будем говорить, не забирают, а просто-напросто нет ее. Тем более сейчас открыли вот гравитационные волны. Они идут раз на гребне гравитационной волны, у вас в организме и полно энергии, и все удается. А гравитацией, что у нас заведует? У нас заведует ближайший спутник Земли, это Луна. И за счет нее как раз эта гравитация и меняется. И гравитационное воздействие, оно не просто, знаете, вот воздействие от планет за счет там гравитации, прилива, отлива. Идет воздействие по очень многим параметрам. Меняется энергетика, меняется психоэмоциональное состояние, меняются возможности, которые нам дает пространство. Меняются очень-очень многие вещи. И если мы используем биоритмы, живем в согласии с ними, мы получаем, можно сказать, дармовую энергию, на гребне которой мы взлетаем, делаем какие-то открытия, живем, радуемся. А если мы это не используем, у нас нету никаких ни открытий, нету ни радости, а у нас есть сплошное выжигание своей собственной энергии, которая у нас имеется от природы. В результате чего мы быстро старимся, становимся с такими слабыми, и ничего хорошего это ни к чему хорошему это не приводит. Вот интересная такая статья «Комнатные растения для школьников и студентов». Для кабинета физики, как усилить очистительные свойства комнатных растений. Для внимания, дезинфекции учебных помещений, для кабинета химии. Вот такая интересная рекомендация, которая способствует тому, что мы создаем вокруг себя такую атмосферу. Вот как я здесь создал, вы видите, мой рабочий кабинет, в котором приятно работать, что-то делать, что-то творить. Поэтому окружайте себя такими предметами, такими растениями, которые возвышают вас эмоционально, поднимают вашу энергетику и защищают пространство от разного рода микроорганизмов, то есть усиливают иммунные свойства. И тогда будет все идти в жизнь у вас по-другому.